На какие сферы городской жизнедеятельности планируется направить большую часть бюджета Чебоксар? Насколько увеличился размер пособия за звание почетного гражданина города? Эти вопросы обсудили на внеочередном 21-м заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. На заседание народными избранниками были внесены изменения в бюджет муниципального образования города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024. По расходам предлагается увеличить бюджет в сумме на 232 миллиона рублей, в том числе за счет увеличения поступлений средств вышестоящих бюджетов на 102 миллиона и увеличения собственных расходов на 130 миллионов, в составе которых предполагается увеличить расходы в рамках адресной инвестиционной программы в сумме на 47 миллионов 705 тысяч рублей. Данные средства планируется перераспределить на финансирование основных сфер городской жизнедеятельности. Большую часть расходов предполагают направить на жилищно-коммунальное хозяйство, на текущее содержание сетей наружного освещения и объектов озеленения, содержание внутриквартальных территорий районов города, проектирование внутридомовой и внутриквартирной системы газоснабжения многоквартирных домов. Также большая часть финансирования будет направлена на отрасль национальной экономики. Это текущее содержание автомобильных дорог, выполнение работ по ямочному ремонту проезжей части дорог, обустройство тротуаров, приобретение приборов фото- и видеофиксации нарушений, благоустройство парковок. По отрасли образования финансирование хотят направить на установку ворот с системой противопожарной защиты и приобретение учебников для вновь открывающихся классов. Изменения коснулись и получения звания почетного гражданина города Чебоксары. Размер пособий, удостоившихся этого звания, увеличится. Вносятся изменения в подпункт номер 8, пункт 7, положение о почетном гражданине города в плане увеличения ежемесячного пособия гражданам города с 3000 рублей до 5. Данная мера не вызовет изменения бюджета. Сумма, которая необходима на 2022 год для компенсации этих расходов, составляет 170 тысяч рублей. За 2023 и 2024 год эта сумма будет составлять 468 рублей. Отмечено, что средства будут изысканы за счет экономии средств расходов городского собрания депутатов аппарата. Также на заседание внесли изменения в положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Чебоксарах. Изменения касаются возможности проведения публичных слушаний по вопросам разработки схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на которых расположены квартирные жилые дома. Сокращение сроков проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепольной застройки, проекта планировки территории, проекта межевания территории и определение границ проведения и участников публичных слушаний по проектам генеральных планов и изменений в правила землепольной застройки. Изменения затронули и порядок ведения реестра должностей муниципальных служащих города. Вносятся редакционные поправки в порядок ведения реестра должностей муниципальных служащих города Чебоксары. Текущая редакция документа, споры, связанные с ведением реестра, рассматриваются в арбитражном суде Чувашской Республики, что противоречит действующему законодательству. Предлагается утвердить следующую редакцию. Споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. Милена Алексеева, Игорь Зверев, Республика.